По приглашению президента Монголии, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Монголию с двухдневным государственным визитом. В международном аэропорту Чингисхана высокого гостя приветствовали министр иностранных дел Батмухин Пацицик, посол Франции в Монголии Себастьян Сурун и другие официальные лица. Франция является шестой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией, и второй западной страной, открывшей свое посольство в Улан-Баторе. На центральной площади столицы состоялась официальная церемония встречи президента Франции Эммануэля Макрона. В честь президента Франции на площади, где развивались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул. Отдав дань уважения памятнику великого Чингисхана, главы государств двух стран направились в зал государственных церемоний и почестей, где Эммануэль Макрон оставил запись в книге почетных гостей. После лидеры двух стран провели официальные переговоры и обсудили развитие монголо-французских отношений и расширение сотрудничества с особым акцентом на увеличение инвестиций, а также обменялись мнениями о расширении двухсторонних отношений в таких областях, как зеленая энергетика, автомобильный транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, культура, образование и гуманитарная деятельность. Во время пресс-конференции по итогам встречи и переговоров главы государств отметили, что встречи и переговоры были продуктивными и имели большое значение для развития отношений и сотрудничества. После обмена мнениями по актуальным вопросам монголо-французских отношений и сотрудничества, а также международных отношений, лидеры двух стран подчеркнули, что приложат совместные усилия во имя глобального мира и безопасности и обсудили вопрос поэтапного выведения традиционных дружественных отношений между двумя странами на новый уровень стратегического партнерства. Также президенты двух стран выпустили совместную декларацию. Они отметили, что эта декларация является исторически значимым документом, который выведет отношения и сотрудничество между двумя странами на новый уровень. Также после официальных переговоров премьер-министр Монголии Аюрдын нанес визит вежливости президенту Франции. В начале встречи премьер-министр отметил, что ему очень приятно вновь встретиться у себя на родине с уважаемым президентом Франции после их встречи в Токио и Лондоне. Он подчеркнул, что Монголия считает Францию своим важным третьим соседом, близким и надежным партнером в Европе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития и расширения отношений и сотрудничества между двумя странами на основе таких общих ценностей, как демократия, права и свобода человека. В завершении визита президент Франции Эммануэль Макрон посетил музей Чингисхан. Дипломатические отношения между Монголией и Францией были установлены 27 апреля 1965 года. Визит Эммануэля Макрона считается историческим, поскольку это первый визит на уровне главы государства из Франции.